Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Юрочева, я медицинский редактор компании Invitro и рада вновь вас приветствовать на наших вебинарах. Сегодня наша встреча посвящена стандартам выполнения исследований эпилята в лаборатории и подготовлена она специально по вашему запросу. Поэтому, если будут вопросы, обязательно пишите их в чат или поднимайте руку и задавайте их устно в конце доклада лектора. Итак, сегодня нашу встречу проведет заведующая лабораторией общеклинических исследований клинико-диагностической лаборатории Invitro Москва, врач клинической лабораторной диагностики, ведущий специалист направления общеклинические исследования Департамента лабораторных технологий Казначеева Евгения Игоревна. Передаю слово вам, Евгения Игоревна. Вот добрый день, коллеги. Спасибо большое за то, что присоединились к нашему обучающему вебинару. Спасибо за то, что на такое обучение есть запросы от вас, потому что чем больше мы общаемся между собой, я имею в виду лаборатория и врачи, которые являются потребителями и заказчиками наших результатов, тем лучше. Тем лучше мы понимаем друг друга, тем больше пользы мы совместно сможем принести нашим пациентам. В течение этого вебинара постараюсь рассказать вам, во-первых, о том, какие исследования эякулята вообще доступны в нашей лаборатории. Расскажу немножко о том, как это исследование выглядит уже со стороны лаборатории, то есть что это мы такое делаем с биоматериалом у себя, что потом приходит к вам в виде результатов. И подробно остановлюсь на преаналитических требованиях к исследованиям эякулята, потому что это тоже очень важная часть исследований. И, как показывает практика, в общем-то, это основополагающая такая часть, которая нам дает возможность при соблюдении всех требований в дальнейшем исследование выполнить правильно, корректно и максимально полезно для наших пациентов. Часть первая – исследование эякулята, ну и область их применения. То есть понятно, что это урология и репродуктология, но для чего именно, какое исследование мы можем использовать. Первое – это то, что, в общем-то, является самым распространенным нашим исследованием. Это рутинная спермограмма, исследование эякулята под микроскопом и органолептический, то есть описание его физико-химических свойств. Что это такое? Вот не знаю, почему перескочила. Выполняется непосредственно в медицинском офисе врачом клинической лабораторной диагностики, который работает в этом медицинском офисе. Выполняется исключительно в рабочее время врача, тогда, когда прошло небольшое количество с момента сбора эякулята. Ну и, соответственно, результат этого исследования вы получаете в тот же день, к концу рабочего дня. Для чего это исследование может использоваться? Ну, оно как бы скрининговое. То есть, если люди задумываются о продолжении рода, первым делом при правильном, грамотном планировании беременности необходимо будущему отцу спермограмму сходить и сдать, для того, чтобы себя обезопасить от каких-то неприятных неожиданностей в будущем. Второе. При наличии каких-то урологических проблем, для того, чтобы мы могли оценить, как выглядит с лабораторной точки зрения наша репродуктивная система. Ну и уже в более сложных случаях, когда у нас есть проблемы с оплодотворением в, скажем так, нормальном стандартном режиме при подготовке к процедурам вспомогательных репродуктивных технологий. Для того, чтобы понять, какие технологии подойдут лучше, и для того, чтобы, в общем-то, оценить вообще, собственно, фертильную способность эякулята. Вот. Второе. Это выявление антиспермальных антител светооптическим методом. Подсчет доли подвижных сперматозоидов, которые реагируют с нашими латексными частичками, на которые нанесены антитела, выполняет врач клинической лабораторной диагностики, тот же самый, который делает исследование рутинное, спермограмму. Назначается при выяснении уже причин бесплодия
для дифференциальной диагностики именно иммунологического бесплодия и для оценки эффективности проводимой терапии, коль скоро такое бесплодие уже было у мужчины выявлено. Скрининговым этот тест не является, всем подряд его назначать не нужно. Выявление антиспермальных антител методом... забыла сказать, предыдущее исследование также выполняется день в день, и результат будет получен тоже в конце рабочего дня, того, когда был сдан биоматериал. Выявление антиспермальных антител методом ИФА выполняется у нас на внешнем исполнении. Самостоятельно мы его не делаем. Врач, который сидит в медицинском офисе, в общем-то, исключительно только служит здесь передаточным звеном биоматериала для выполнения этого исследования. Сроки исполнения здесь будут дольше, порядка 5 рабочих дней. Вот по смыслу, в общем-то, тест тот же самый, что и предыдущий. Здесь уже, как лечащий врач считает, чему он больше доверяет, какие его сердцу исследования ближе, ну, в общем-то, может выбрать либо исследование предыдущее, либо исследование это. Здесь результаты исследования выдаются в численном формате, да, но тоже особо как к числам привязываться не стоит. Здесь имеет значение попадание и не попадание в референсное значение. Дальше уже пошли интересные исследования. Это исследование фрагментации ДНК в сперматозоидах методом флуоресцентной микроскопии. Это делают наши внешние исполнители, с которыми мы много лет сотрудничаем. Мы для них выполняем только пробоподготовку, а именно нанесение эякулята в медицинском офисе на специальным образом подготовленные стекла. Вот этот тест очень полезный. Его на самом деле не так-то много мест, где можно действительно хорошо его сделать, и наше одно из них. Тест тоже не скрининговый. Тест назначается в тех случаях, когда уже зафиксированы какие-то проблемы либо с оплодотворением, либо мы выясняем причины, по какой причине происходит раннее прерывание беременности. Либо, опять же, в процессе подготовки к процедурам вспомогательных репродуктивных технологий для того, чтобы понять, насколько вообще пригодны сперматозоиды нашего соавтора к тому, чтобы их использовать. Вот, результаты здесь выдаются в процентах, да, относительно общего количества. И видим, что количество сперматозоидов с разрывами ДНК должно быть менее 15% от общего числа. И самое наше интересное исследование – это электронно-микроскопическое исследование сперматозоидов. Исследование сложное, дорогое, тоже ни в коем случае не скрининговое, но очень-очень полезное в тех случаях, когда у нас какие-то сложно поддающиеся лечению коррекции причины бесплодия. Здесь по морфологическим признаком, по определенным видам нарушений в строении сперматозоидов, мы можем уже предположить, какого рода это наше нарушение. Это наследственное какое-то генетическое заболевание. Это результат воздействия каких-то тератогенных факторов, которые повреждают наши репродуктивные материалы. Или, возможно, это просто следствие какой-то перенесенной инфекции, которую можно достаточно несложно скорректировать и привести сперматозоиды в порядок. Вот это исследование выполняется достаточно долго. Вот, также пробоподготовку биоматериала мы выполняем в медицинском офисе. Дальше биоматериал поступает к нашему внешнему исполнителю. Занимается этим Брагина Елизавета Ефимовна с учениками. Если вы, в общем-то, репродуктологией занимаетесь, вы знаете, что это один из, в общем-то, наших key opinion лидеров и очень хороший специалист именно в электронно-микроскопическом исследовании. Здесь результаты исследования придется подождать порядка 10-14 дней, но, как говорится, поверьте, оно того стоит. Ту информацию, которую мы получаем из вот этого, из результатов этого исследования, больше никаким образом получить не удается.
Вот. И более того, это исследование настолько, в общем, ценное и нужное нашим пациентам, что мы даем возможность из наших других лабораторий, таких как, например, лаборатория Самары, при выполнении спермограммы обычной там, затем доставить биоматериал для выполнения электронно-микроскопического исследования сюда к нам. Вот, поскольку биоматериал транспортировать намного проще, чем ездить самому пациенту. Каким образом выполняется наша рутинная спермограмма? Я расскажу про нее, потому что про все остальное, в общем-то, либо рассказывать нечего, как про определение антиспермальных антител, либо это будет слишком долгий, сложный рассказ, если, например, рассказывать про электронную микроскопию сперматозоидов. Если с вашей стороны будут запросы именно на рассказ про ЭМИС, мы можем в дальнейшем с Татьяной поговорить, с Брагиной Елизаветой Ефимовной и отдельный какой-то вебинар по этому поводу сделать. Но, опять же, это при том случае, если вам эта тема отдельно будет интересна. Вот мы выполняем исследование Якулята согласно 6-му изданию ВОЗ. Почему этих изданий так много? Почему они отличаются друг от друга? Дело в том, что вот со временем я начала работать в лаборатории более 20 лет назад. Вот за это время в общем и целом фертильная способность мужского населения, она существенно снизилась. И, соответственно, изменились требования к выполнению исследований. Во-первых, существенно изменились референсные значения. Да, это, то есть, что такое референсные значения? Это те показатели, которые характерны для 95% обследуемой популяции. Вот эти показатели с течением времени непрерывно снижаются. Плюс у нас добавились не такие понятия, как референсные значения, а критерии пригодности нашего биоматериала для дальнейшего использования в процедурах вспомогательных репродуктивных технологий. В более ранних изданиях ВОЗ этих, скажем так, критериев не было, поскольку тогда это было еще экзотикой. Вот, но мы стараемся идти в ногу со временем и использовать максимально свежие данные для того, чтобы наши исследования для пациентов были максимально применимы во всех случаях их, скажем так, это, жизни. Что при просто оценке фертильной функции, что при оценке для каких-то определенных процедур. Вот. Самое первое, что делает врач, когда получает баночку с эякулятом? Первым делом врач помещает ее в термостат. Согласно методике выполнения нашего исследования, эякулят должен разжижаться при температуре человеческого тела. То есть мы, в общем-то, должны смоделировать его попадание в естественную среду. При этом для того, чтобы мы могли быть уверены в том, что он в естественной среде поведет себя правильно, разжижаться эякулят без дополнительных каких-то манипуляций со стороны сотрудника, выполняющего исследование, должен в течение 30 минут, оптимально, максимум часа. Вот поэтому врач каждые 5 минут с момента помещение эякулята в термостат, проверяет, наступило разжижение или нет. Если разжижение наступило, приступает к следующей стадии выполнения исследований, а именно оценки его физико-химических свойств, ну и исследования под микроскопом. Если в течение часа с момента сбора разжижения не наступило, мы на бланке помечаем более 60 минут и дальше уже дополнительными манипуляциями, многократным пипетированием, пастеревскими пипетками и так далее мы добиваемся того, чтобы биоматериал стал однородным, и с ним можно было работать дальше.
Дальше. Полученный эякулят мы начинаем описывать. Мы определяем его объем. Это важная тоже величина, потому что она позволяет нам, во-первых, оценить достаточность объема для наступления оплодотворения естественным путем. Во-вторых, мы можем измерить общее количество сперматозоидов. Плюс дальше идет описательная часть: цвет, запах, консистенция, мутность, вязкость. С одной стороны, конечно, что пациент, что врач могли бы оценить это самостоятельно, но, тем не менее, эта информация на бланке, она помогает при интерпретации всех остальных результатов. Опять же, подчеркну, что светооптическое исследование эякулята является таким исследованием комплексным. И при интерпретации результатов важно корректное определение всех параметров, так как в зависимости от их сочетания наше отношение к полученному результату может отличаться с точки зрения попадания норм патологии, с точки зрения выяснения причин появления каких-то определенных патологий. Ну и помимо того, что мы посмотрели, какого он цвета, чем он пахнет и насколько хорошо он наносится на наши стекла, вот мы померили еще и pH, потому что pH тоже достаточно важная величина. Если pH у нас сдвигается в кислую сторону, это чаще всего говорит о каких-то хронических воспалительных процессах. Если pH сдвигается в сторону щелочную, мы сразу имеем возможность заподозрить присутствие бактериальной инфекции, которую, конечно, хотелось бы лечить. Вот после этого, как мы все описали, мы начинаем заниматься оценкой микроскопической картины. То есть что там еще в эякуляте есть помимо сперматозоидов? Как вообще сперматозоиды в этом эякуляте расположены? Свободные ли они там, либо они присутствуют в виде агглютинатов, агрегатов, либо они на что-то налипают. Возможно, у нас есть какие-то дополнительные там элементы, которых быть не должно, например, эритроциты. Вот, все это мы просматриваем на предметном стекле, накрыв покровным под микроскопом. Сначала смотрим на небольшом увеличении, чтобы оценить картину полностью, потом на среднем увеличении, для того, чтобы мы могли уже поподробнее описать, а что, собственно, мы такое видим. После этого в том же самом стекле под средним увеличением, под сороковкой, мы начинаем классифицировать сперматозоиды по подвижности. Это очень тоже важная часть исследования, так как именно подвижные сперматозоиды, во-первых, являются живыми, во-вторых, являются главными действующими лицами при наступлении оплодотворения в естественных условиях. По подвижности сперматозоиды мы можем разделить на 4 категории. Любимые наши категории – это А и Б, быстрые сперматозоиды с прогрессивной подвижностью. Они буквально просто как курьерские поезда преодолевают наше поле зрения, которое мы смотрим. И медленно прогрессивные сперматозоиды, они движутся медленнее, но тем не менее все равно движение у них направленное. И чем больше таких сперматозоидов, тем лучше для нашего пациента. Если сперматозоиды движутся, но при этом не сдвигаются с места, то есть они могут налипать, допустим, на слизь или находиться в составе агрегатов, или находиться в составе агглютинатов, они дергаются, но с места сдвинуться под микроскопом не могут. С точки зрения наступления оплодотворения такие сперматозоиды бесполезны. Ну и неподвижные сперматозоиды чаще всего это либо сперматозоиды уже неживые, либо с какими-то патологиями жгутика, которые им не позволяют двигаться. Вот, в общем, для того, чтобы мы поняли, как именно классифицируются сперматозоиды у нашего данного конкретного пациента, мы с помощью счетчика, аналогичного счетчику для лейкоцитарной формулы, считаем
Обычно считаем примерно 200 сперматозоидов, классифицируя их на 4 вот эти группы. Если как-то у нас появляется ощущение, что мы в результате подсчета сомневаемся, посчитаем еще 200 и возьмем среднее арифметическое из полученных результатов. В тех случаях, когда у нас сперматозоидов неподвижных много, мы сразу в составе именно этого исследования, не прибегая к каким-то дополнительным тестам, которые можно еще доназначить, выясняем, эти сперматозоиды неподвижные, они какие? Они живые или они мертвые? Ну, в общем-то, готовим дополнительный препарат для того, чтобы отличить живые от мертвых, капаем краситель. В живые сохранные сперматозоиды краска не проникает, в сперматозоиды погибшие краска попадает без проблем. Здесь точно так же с помощью счетчика лейкоцитарной формулы считаем долю окрашенных сперматозоидов и неокрашенных. Вот. Дальше у нас присоединяется дополнительный наш измерительный инструмент. Это камера Горяева. Такая стеклянная толстая камера, тоже состоящая из двух частей. Первая часть как предметное стекло, к нему аккуратно притирается стекло покровное, и между ними образуется такой кармашек, в который мы, собственно, можем с помощью пастеровской пипетки и окуляр нанести. И видим картину, да, что над расчерченными областями, которые расчерчены на нашем нижнем стекле, видим сперматозоиды, видим лейкоциты. И это позволяет нам с помощью достаточно сложных и замороченных формул, я их здесь приводить не буду, тем более, что там в зависимости от наблюдаемой концентрации мы можем считать в разном количестве этих самых квадратов. В общем, с достаточно большой точностью можем определить количество лейкоцитов и количество сперматозоидов. А зная количество сперматозоидов в миллилитре, мы можем определить уже их общее количество во всем собранном эякуляте. Вот. Ну и как еще один такой нюанс, сперматозоиды – существа подвижные, плюс при хорошем репродуктивном здоровье концентрация их довольно высока. Поэтому сперматозоиды считаются не в нативном препарате, а в препарате, разведенном уже дистиллированной водой. Разводится это по двум причинам. Первое, нам надо их остановить, чтобы они перестали носиться по камере, в которой мы считаем. И второе, снизить концентрацию для того, чтобы мы могли более адекватно это количество определить. Вот, а теперь мы подходим к самой интересной части. Самой интересной, самой трудоемкой – это классификация сперматозоидов по морфологии с использованием критериев Крюгера. Для чего мы это делаем? Первое, для того, чтобы оценить фертильную способность эякулята. А второе, даже в тех случаях, когда у нас воспаление какое-то хроническое и не сопровождается повышением концентрации лейкоцитов в собранном эякуляте, по присутствию большого количества сперматозоидов с морфологическими дефектами, мы можем все-таки наличие такого воспаления заподозрить и, опять же, провести необходимые терапевтические мероприятия в связи с этим. Подсчет выполняется уже не в нативном препарате, подсчет выполняется в окрашенном мазке, аналогично лейкоцитарной формуле. Вот врач считает сперматозоиды, во-первых, просто нормой патологии, а во-вторых, еще дополнительно помечает, какие именно виды патологии у сперматозоидов присутствуют. Это тоже может быть важной информацией как для врача-репродуктолога, так и для врача-уролога. Вот, есть всякие красивые слова, как тератозооспермия и так далее, когда
присутствует очень большое количество аномальных по морфологии сперматозоидов. Но, честно, мое личное мнение, что эти термины перегружают бланк и просто наводят туманы. Достаточно числовых показателей для того, чтобы врач мог оценить нормальные патологические сперматозоиды и сделать какие-то свои выводы. Вот виды патологии здесь показаны очень схематично. На самом деле, конечно, в окрашенном мазке сперматозоиды выглядят не настолько четко. Врач должен иметь большой, хороший клинический опыт для того, чтобы отличать разные виды морфологии сперматозоидов. Поэтому для того, чтобы мы были максимально уверены в качестве работы наших врачей, мы участвуем в федеральной системе внешней оценки качества. Ежегодно мы получаем три, по-моему, препарата в течение года. Врач оценивает фотографии эти, отправляет результаты в систему внешней оценки качества и, соответственно, получает потом ответ о правильности, неправильности и рекомендации, на что именно следует обращать внимание. Все наши врачи, которые выполняют спермограмму в этой программе, участвуют. Вот. Но для того, чтобы все вот эти наши, да, обратите внимание, да, все вот эти мы перечислили с вами этапы выполнения. В принципе, выполнение одной спермограммы занимает около 40-50 минут у врача. То есть, в принципе, при хорошей ловкости и умении за рабочий день врач может сделать максимально около 10 спермограмм, не больше. Если будет выполняться большее количество исследований с одним специалистом, да, мы тогда будем все-таки предполагать, что качество этих выполненных исследований может пострадать. Ну и для того, чтобы все вот эти наши великие усилия по выполнению не пропали, для того, чтобы результат действительно соответствовал той картине, которая наблюдается у пациента, у нас есть преаналитические требования к выполнению исследований, и мы просим их неукоснительно соблюдать. Первое. Пациент должен осознанно идти на выполнение этого исследования. Не так, что с утра решил, так и быть, пойду и сдам. А готовиться к выполнению этого исследования следует заблаговременно. Первое, не менее 48 часов и не более 7 дней воздержания. Для чего? Не более 7 дней, так как если воздержание будет составлять более 7 дней, уже могут повлиять застойные процессы. Мы увидим то, чего на самом деле в нормальном эякуляте у пациента не присутствует. Не менее 48 часов, потому что, в общем-то, кратность обновления сперматозоидов у всех довольно разная. Вот нам желательно концентрацию сперматозоидов набрать, достаточную для выполнения исследования. Исключить алкоголь на протяжении недели до выполнения исследований. Очень желательно исключить курение, если это возможно. Ну, опять же, курение вообще желательно из своей жизни исключить. Вот, исключить баню, сауну, горячую ванну точно так же исключить, поскольку повышенные температуры являются тоже тератогенным фактором. Исключить лекарства по возможности, поскольку если мы, допустим, используем какие-то биологически активные добавки, они могут повлиять нам и на цвет эякулята, который мы исследуем, могут повлиять на возможности его разжижения. Естественно, если исследование назначается с целью мониторинга эффективности лечения, здесь подход к исключению лекарств будет другой. Ну, то есть это на, скажем так, на ответственности врача, который это исследование назначает. Если это первичное скрининговое исследование, значит, желательно все дополнительные воздействия убрать. Если это исследование мониторинговое для того, чтобы понять, эффективно или неэффективно нашу терапию, ну, тогда, естественно, те препараты, которыми лечимся, их надо принимать.
Физические нагрузки и стресс тоже желательно исключить. Но здесь имеется в виду, конечно, экстремальные нагрузки, экстремальный стресс. Условно говоря, после каких-то поездок в командировке или после перетаскивания тяжести биоматериал лучше не сдавать, лучше подождать недельку. Ну и полноценное питание, да, в рационе должно присутствовать достаточное количество белков для того, чтобы нам было из чего эти самые сперматозоиды в организме строить. Что также нужно и важно учитывать. На бланке необходимо указать продолжительность воздержания. Эта информация будет важна для врача при интерпретации результатов. Принимаемые лекарственные средства, если они принимались, также желательно на бланке указать для того, чтобы врач-лаборант мог сориентироваться, не оказывают ли эти средства влияние на получаемые результаты. Ну и точное время сбора эякулята нам необходимо для того, чтобы мы могли с вами точно посчитать и засечь время разжижения, которое является важным диагностическим критерием. Требования к сбору биоматериала. Да, собирается путем мастурбации непосредственно в контейнер для сбора. Всякие привлечения дополнительных каких-то переходных контейнеров, презервативов, чего бы то ни было еще, недопустимо, так как это приводит, во-первых, к загрязнению биоматериала дополнительными посторонними примесями, а во-вторых, часть важная, диагностически значимая, биоматериала может остаться на этих переходных формах наших контейнеров, и мы чего-то, что могли бы увидеть, не увидим. Контейнер должен быть одноразовый, сухой и чистый. Ну, это, в общем-то, понятно. Сейчас у нас настолько все хорошо с контейнерами для биоматериала, что об этом, наверное, напоминать лишние баночки. У нас есть всякие разные. Эякулят необходимо собрать полностью. Тоже. Для чего? Для того, чтобы мы не потеряли какую-то важную диагностически значимую его часть. Ну и немедленно после сбора эякулят необходимо передать врачу для выполнения исследований. Для этого в наших медицинских офисах, собственно, эти две комнаты граничат. Пациент, собрав эякулят в банку, стучит в дверь врачу, врач забирает и приступает к выполнению исследований. Если мы пришли в медицинский офис не только для того, чтобы сдать одну лишь спермограмму, нам следует учитывать, что сдавать эякулят в один день с тестами, предполагающими взятие биоматериала из уретры, нежелательно. Это лучше все-таки разнести. Вот, например, взятие биоматериала из уретры выполнить на следующий день. Вот, если сначала, если мы планируем еще и сдачу крови из вены, да, сначала сдаем кровь, потом идем собирать эякулят. Вот, если у нас назначено не одно исследование, а несколько. Самостоятельно делить эякулят на порции категорически не нужно. Врачу передается баночка со всем биоматериалом. Дальше он уже, согласно порядку выполнения исследований, все назначенные исследования выполняет. Сначала делается рутинная спермограмма, так как для нее требуется максимально свежесобранный биоматериал. После этого выполняется выявление антиспермальных антител оптическим, светооптическим методом. И только после выполнения этих исследований мы занимаемся пробоподготовкой для того, чтобы наши внешние исполнители могли какие-то дополнительные исследования выполнить. Вот. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, что вопросы у вас есть. Я бы хотела вопросы ваши послушать, почитать и на них ответить.